Всех приветствую, ассаламу алейкум. Как по короткому видео вы поняли, я начинаю работать в такси. Ферму я не забрасываю. Те, кто уже смотрел мой канал, они видели, как я строю небольшую ферму со своим старшим братом. Вот. А сейчас я еще начинаю работать в такси, но уже в Москве. Ферму строим в Дагестане, а работать в такси буду в Москве. По поводу работы в такси я буду выкладывать видео, что нужно для начала работы в такси, а именно в Яндекс.Такси, что нужно сделать на новой машине для того, чтобы спокойно работать в Яндекс.Такси, чтобы вас гаишники, мадишники не оштрафовали. О том, что я узнаю, я буду делиться с вами. Вот. На данном этапе я взял машину с салона. Что нужно было сделать? Взять машину, поклеить ее, она у меня серого цвета была, поклеить ее в желтый цвет, а потом только ехать в ГАИ для того, чтобы оформить машину на себя и сразу же отметку поставить, что машина желтого цвета. Когда берете машину, у многих говорят, бывает ошибка, едут в сером, она еще, допустим, в сером цвете, они едут в ГАИ, ставят отметку серая, потом они приезжают на оклейку, они меняют цвет, потом опять приходится ехать и оклеивать машину в желтый цвет, чтобы вот так вот такой волокиты не было. Нужно сразу оклеить машину и только потом ехать в ГАИ, потому что у вас 10 дней есть на эти как бы работы, 10 дней есть, чтобы это сделать. Потом, после оклейки, вам нужно получить лицензию. ИП, сначала ИП, индивидуальный предприниматель. Дальше что? После получения лицензии нужно зарегистрироваться в КИСАРТ. Это, как я понял, московское, ну, Минтранс, в общем, Министерство транспорта. И зарегистрироваться, личные данные, получить ID и затем отправить запрос на получение пароля, чтобы у вас был личный кабинет. Как это сделаете, потом уже следующий этап идет оклейка брендинг. Вернее, нет, вернее, вы путевые листы должны уже иметь, потому что уже на машине лицензия. Чтобы вас не оштрафовали, без путевых листов нельзя. Вот именно московский регион, я рассказываю именно по московскому, потому что я слышал в других регионах такого, ну, такой как сложной ситуации нету. Какие-то вообще без путевых листов регионы работают. Вот, один из главных документов — это путевой лист. Сколько часов отработал таксист, вот, допустим, больше отработали, это тоже штраф. Вот, отметки в КИСАРТе тоже обязательно каждый день. И, в общем, потом, после того, как вы взяли уже лицензию, взяли путевые листы, вы едете на брендинг. То есть по бокам, вот если вы видели, Яндекс.Такси, как бы аббревиатура ихняя, вот, знак ихний. Делайте, и, в принципе, уже все, и можете выходить работать. Настраивайте телефон свой, таксометр делайте, добавляете. Ну, в общем, как я еще не вышел для работы, это я пока на стадии, я оклеил, ИП получил, лицензию сделал. Лицензию подал, через несколько дней должна быть готова. Потом КИСАРТ у меня, и я потом выйду на работу, вот, с помощью Всевышнего, как говорится, и будем работать. А ферму я не оставил, опять-таки говорю, пока данный момент я в Москве. Как я в описании указал, я снимаю свою жизнь, как бы, чем я занимаюсь. В данный момент я буду работать в такси, не хочу сидеть дома. Я еще работаю тренером в зале в General Gym, метро Сходнинская, улица Яна Райниса, 19, корпус 1. Тоже приходите, тренируйтесь, хороший зал. Сейчас в данном этапе работать буду в такси. Всем хорошего просмотра. Желаю, чтобы все без ошибок устраивались в такси. Буду делиться с вами
сколько можно в день заработать, сколько часов отработал, за сколько часов, сколько я получил денег. Это все буду выкладывать, показывать, кому интересно. Заходите, смотрите, всем рад. Всем всего доброго, всем здоровья, как говорится. И всего хорошего, в общем.